Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Некрос, и добро пожаловать в игру Tekken 7. Итак, пробуем играть за Armor Кинга. Я пока еще не знаю, за кого помимо Мигеля я могу играть столь же успешно или успешнее. Вот. Но мне кажется, что грэпплеры мне подойдут. Или полугрэпплеры. Мостик. Ну, поехали. Сразу попробую контр ему дать. Нет? О, нормально. О, теперь я контр получил. Ну, на этих рангах, конечно, захвата никто рвать не будет. Поэтому... О, ну это, кстати, наказывается. Странно, что не сработало. О, очень странно. Так, Томпстоун. Пытаюсь контр сделать. О! Смотри-ка, тут он меня выиграл в раунд. О! Вот и контр сработал. Но ноги они не будут на таких рангах тоже блокировать. Контр. Во. Как в гайдах говорилось, нужно этот проверять противника единичным ударом, плюсиком, плюс один блок, и потом уже добавлять захват, например. А если противник начинает приседать, то надо его бить медами. Ну и вот этим контром проверять. У него контр поинтереснее, чем у Мигеля, конечно. Опять мостик. Опа. О. Нормально. Ну давай Томпстоун ему сделаем. Каунт. А, нет, не каунтер. О, рвёт, смотри. Уже лучше, да? Опа.
Это броня была. Это была броня. А вот такой захват еще. Хм. Вот он уже бро... Уже что-то начал делать, да? Нормально, я джебу уклонился. Counter. О, в смысле не сработало. О, видали что? Это в контр голова так. Удар головой работает. Так, следующий противник. Уже что-то посерьезнее-то. Элиза. Тут уже она больше половины выигрывает. А. И у нее мастерство 58 тысяч. 59, можно сказать. Но контр, конечно, прикольный, удобный очень у этого Armor King. Будем проверять. Это получается, что это угадайка, что ли? О-о-о-о. Знать бы еще, что против нее делать. Она же для меня новый персонаж. Во-во-во-во-во. Ух ты. Не, ну тут я уже вижу. Вот это я уже понял, что так надо блокировать. О, вот и Том Стоун подъехал. И Лоу на Окиземе. Но тут уже, да, посложнее маленько. Чуть-чуть. Да, кстати, у Armor King есть еще мишимовские апперкоты. Внезапно. Он этим от Кинга обычного отличается. Ну, пока не совсем понятно. Пока не совсем понятно. Counter. Oh.
Да, видите, я вот еще нет у меня. Нет у меня еще рефлексов на его комбинацию, к сожалению. О! О, это мне в контр попали. Это что было? Обстоун. Опасно. А. Ой. Ага, она мне сама сделала. Думал, лоу будет. Так, будем полагаться на тамбу. В смысле? А, я что-то сейчас не понял. Сейчас не понял. Вот сейчас вот не понял. Но говорят так, что типа с дистанции он типа лариатом вперед не вперед бьет. Там чуть-чуть не так, как за Кинга. Немножко по-другому. А немножко по-другому. А вот тамбу, смотри, она не рвет. Видишь, то есть тамбу я могу спокойно делать. И она кнопки жмет, поэтому я могу джебами ее чекать. Это какой-то другой захват, походу. Видите? То есть плюс один джеб, все. Она, когда расстояние разрывает, сразу становится сложнее. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот проверка джебами. Пока так. Пока, наверное, так. О! А, не пошло, да? А, проверка джебами. Пытаюсь что-то придумать, но... Броня. Прикинь, броня спасла. Так, это уже Джин. Ну, он тоже начальный ранг. Вот. Ага, пошли вот эти вот его.
уловки. Этот лаунчер такой. Однако. А, вот его лаунчер. О, заблокировал низы, хорошо. О, а, ой, да ладно. США, он точно новичок. А я же захват делал. Да, он и наказывает. Ой. Это что такое? А Rage Drive у него самонаводящийся. Воу, хорош. Да, он самонаводящийся. Атаки, которые трэчат. Он собаки сделал? Он не новичок, он собаки сделал. А-а-а, вон оно что. Прикольно. А, он дальше играть не будет. Это... Он сделает собаки, это точно не новичок. Так, это уже Ларс. Ларс, он... Ну, как ниндзя вроде бы работает. Вроде бы. Оу. Пытаюсь контр. О. Вот и контр. И тамбу. Оп. А ну, а не, я смотрю. Вот так давай. Рейдж. Ну и захват они тоже не рвут. Контр. Бамс.
О, эта штука уворачивается от высоких ударов, оказывается. Прикольно. Однако прикольно. Он дальше играть не будет, да? Не, не будет. О, Драгунов. Он вроде бы у нас Poking. В основном делает с коротенькими ударами. Давай. Так. Да, да, поки, поки. Ой, в смысле? А, ну да, слушай, захват и правда ли очень легко рвутся. Но этот он не порвал. Counter. Моя counter работает. А, он там что-то парирование хотел сделать. Так, поехали. Тут сработало. О, броня, так это ж так умею. На этом ранге такое работает, как видите. Бам! Ну, по сравнению с Мигелем, все равно чувствуется, что что-то не то. Вот не хватает чего-то. Я, кстати, Факумурама купил. Может быть, он подойдет. Но там тоже замудрено немножко. Хотя, в принципе, не знаю. Но я чувствую, что не то что-то. С Мигелем как-то все понятно. Не знаю, не знаю. Хотя, ну, что-то получается, да? Воу-воу. Но чек джебами как работал, так и работает. Ну, на этих рангах, да? Пам-пам-пам-пам. О, еще вот так ему. О, в смысле? Да.
Заблочил. Значит, начинаю повторяться. Да, видишь? То есть он лезет, 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 лезет. А вы думаете, почему вот проигроки, они, вот, как правило, не используют меньше красивых приемов и больше простых? Ну вот поэтому, видимо. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, ссылка в описании. Всем пока. А я буду других персонажей смотреть. Целый день, в общем-то, это и делаю. Но все никак не нашел подходящего.